1 августа тем жителям, кто не своевременно или не полностью оплатил взносы за капитальный ремонт, будут начисляться пени. А кто не платит и пени, на тех подадут в суд. Об этом сообщил журналистам на прошедшей в Уфе пресс-конференции директор фонда, региональный оператор Республики Башкортостан. Период оплаты берется до 10 числа следующего месяца. То есть июль заканчивается, но собственники имеют право оплатить до 10 августа. Тот, кто не оплатил до 10 августа, им будут начисляться пени. Пени начисляется следующим образом. Берется с того момента, с какого есть задолженность, на количество просроченных дней и так далее. И вот каждый месяц все это дело рассчитывается. К примеру. Те жители, кто ни разу не платил за капитальный ремонт, начиная с 1 октября 2014 года, в августе за однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров в пятиэтажном доме заплатят пени в размере 70 рублей. В десятиэтажном доме эта сумма составит около 77 рублей. Пени будут направляться в так называемый общий котел на проведение капитального ремонта. Рекоператор с августа месяца начинает работу по судебному взысканию. Понятно, что всех он жителей сразу неплательщиков хватить не может, но определенную часть он однозначно до Нового года отработает. Естественно, что в первую очередь будет обращаться внимание на тех жителей, у кого большая сумма долга. Понятно, что если вашего соседа привлекли в суду и взыскали с него деньги, он же об этом, естественно, расскажет, все об этом будут знать. То есть это даст определенный эффект в части того, что для тех, кто сомневается, будет возможность оплатить и закрыть свою задолженность. В настоящее время в суд на должников уже подано 9 исковых заявлений. Отметим, сегодня в Уфе собираемость взносов составляет около 74%. Хуже всего в республике платят города Гидель и Межгорье. В ходе пресс-конференции Альфред Зинатулин подчеркнул, капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципалитетах производится только на те средства, которые были собраны на его территории. Соответственно, там, где жители плохо платят, программа капитального ремонта в следующем году будет урезана. А это значит, что меньше домов будет отремонтировано. Алина Гребешко, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ.